Общий городской выпускной бал состоялся и в Карачаевске. На центральной площади имени Героя России Канамата Баташева красочное мероприятие организовали для 146 выпускников общеобразовательных организаций Карачаевского городского округа. Выпускной вечер подвел итог 11-летней школьной истории, крепкой дружбы, интересных открытий, первых побед и поражений. Юношей и девушек напутствовали мэр Карачаевска Марат Урусов, представители ветеранских и общественных организаций. Национальный танец «Абизек» и вальс – неотъемлемая часть выпускного вечера и один из самых трогательных его моментов. Уже повзрослевшие десятки юношей и девушек кружились в последнем школьном танце, прощаясь с детством. Собравшиеся аплодировали им и желали доброго пути.